сейчас ты что-то сделал. Сейчас крест не стоит. Фотографируйте. Это мэр города. Император решил в северную столицу перенести святыню. Это мощи святого Александра Невского. Из города Владимира шли пешком около года. Верного великого князя Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург по случаю побед императора Петра I и заключения вечного мира со Швецией. Князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в истории нашего Отечества, чья деятельность предопределила ход русской истории на многие столетия вперед. Ему выпало править Русью в тяжелейший, переломный момент, последовавший за разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою государственность, свою этническую самостоятельность или исчезнет с карты
Слово предоставляется главе города воинской славы Псков Ивану Николаевичу Цецерскому. Дорогой наш многоуважаемый, любимый отец Олег, уважаемые прихожане, уважаемые наши певчи, дорогие псковичи, конечно, в первую очередь хочу вас поздравить с нашим престольным праздником храма Александра Невского. Для нашего города Пскова, города воинской славы, иметь такой воинский храм – это гордость и честь. Гордость и честь иметь такого отца Олега Теора, который вот своим примером заряжает всех людей, наших воинов, на успешное выполнение боевой задачи. Я искренне хочу, дорогой отец Олег, вам пожелать крепости сил душевных, телесных, многое вам лето, вместе со всеми прихожанами, со всеми православными. С праздником! Слово предоставляется настоятелю воинского храма, святого благоверного князя Александра Невского, почетному гражданину города воинской славы Псков, митрофорный протоиерей Олег Тео. Дорогие, многоуважаемые, мэр нашего города воинской славы Иван Николаевич, дорогие отцы, братья, сестры, дети, воины, от имени его высокопреосвященства митрополита Псковского и Порховского Тихона всех поздравляю с престольным праздником. Желаю вам здоровья, спасения. Сегодня во многих городах празднуется память перенесения мощей Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург. Желаю вам здоровья и всего доброго. Да хранит вас всех Господь. Праздником, дорогие друзья! Перед вами хор воинского храма святаго благоверного великого князя Александра Невского. Бородино. Стихи Лермонтова. В основе положены воспоминания Алексея Афанасьевича Столыпина, ветерана войны 1812 года, состоящего с Лермонтовым в родственных отношениях. Стихи написаны в 1837 году, к 25-летнему юбилею победы в Отечественной войне. Неизвестный автор переложил стихи на музыку, после чего оно получило широкое распространение как народная песня. Не будь на то Господня воля,
на сопках Маньчжурии. Русский вальс начала 20 века, посвященный погибшим в русско-японской войне 1904-1905 годов. Автор – военный дирижер Макшинского полка Илья Алексеевич Шатров. В критический момент боя командир полка отдал приказ «Знамя и оркестр вперед!». В ходе боя полк прорвал окружение. В живых осталось из 4700 человек и 7 музыкантов, которые были награждены георгиевскими крестами и серебряными трубами. Поздравительным словом к вам обращается Вальнер Надежда Анатольевна от Псковского государственного университета. Многоуважаемый отец Олег, уважаемые гости сегодняшнего праздника, от имени ректора Псковского государственного университета Юрия Анатольевича Демьяненко, от преподавателей и студентов Псковского государственного университета, разрешите вас поздравить с таким замечательным праздником. На земле прекраснее я не знаю русской заповедной стороны. Много сохранила Русь святая подвигов далекой старины. Основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Во время Невской битвы ему было около 20 лет, во время Ледового побоища – 22 года. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. Победа Александра Невского на Чудском озере имела большое значение в истории военного искусства средних веков
и поставила его в число крупнейших военачальников того времени.